Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная, хоть и простая, но от этого не менее полезная самоделка, которую сделаем из хлама, алюминиевых и консервных банок. Я предлагаю посмотреть, как и что я буду делать, а комментировать особо нечего, потому что и так будет все понятно. Видео коротенькое, поэтому смотрите до конца и приятного просмотра! Как вы поняли, получилась простейшая спиртовая горелка. Я уже делал ранее пару вариантов у себя на канале. Кто не видел, оставлю ссылки в описании. Это получилось самый простой, но функционал выполняет на все 100%. Хотел поэкспериментировать с видами топлива, но понял, что все-таки спирт подходит лучше всего, так как он не коптит и дает хорошую температуру. К достоинствам такого варианта горелки могу отнести то, что изготовить ее можно в любых условиях. Особенно полезно будет охотникам, рыбакам и туристам.
Но и в мастерской иногда нужно что-то разогреть, и тут простейший способ. Я думаю, дальше уже не буду делать экспериментов с горелками, потому что в последнее время это довольно популярная тема на YouTube. И многие мои коллеги-блогеры уже сделали все возможные варианты. Друзья, вот такая сегодня самоделка получилась. Если понравился такой вариант горелки, то ставьте лайки и напишите в комментариях, насколько такой вариант годный или нет. И напишите, заметили ли вы популярность темы с горелками на YouTube за последние пару недель. Если да, то как думаете, с чем это связано? Тех, кто не подписан на канал, я обязательно рекомендую это сделать и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.